Итак, всем здравствуйте. С вами черный практик кладбищенской магии. Сегодня я хочу сделать такой расклад. Мы посмотрим, на какой колоде я еще пока не выбрала. Мы посмотрим. Сейчас я принесу эту колоду, минуточку. Так, нет, эта колода здесь. Наверняка, да, вот она. И мы посмотрим на то, какое здоровье у вашего врага и сколько он проживет. Будем смотреть мы на один вариант. Вот я хочу сегодня посмотреть здоровье вашего врага, куда ж мне ее поставить, и сколько эта сука ебанная проживет. Значит так, девочки, которые мне будут писать по поводу того, что черная магия — это плохо, вас не мучает ли совесть и так далее, следите за собой, за своими чадами, да. Вообще я хочу ник свой на ютубе переименовать. Сейчас у меня пришла какая-то мысль, да, на ум. Значит так, неважно. По поводу того, что и чем я занимаюсь. Если кому-то не нравится, никто не заставляет вас сидеть и смотреть на мою атрибутику, смотреть на мои ритуалы, смотреть на мои расклады. Никто вас не заставляет. Если вы не знаете, что такое черная магия, и не знаете, с чем ее едят, если вы настолько тупые, что думаете, что только черная магия способна убить, да, но не помочь, то набирайтесь ума, долбоящерки. Итак, поехали. Вообще, что сейчас происходит у врага? Здесь человек привязан, полностью привязан, повязан руками и ногами. У него идет беспокойство. Здесь человек хандрит. Человек впал в очень глубочайшую депрессию. И ваш враг – женщина, которая пережила предательство, может быть, даже ваша соперница. У нее очень сильно измученное сердце. Этот человек ходил, ворожил на мужчин и не на одного мужчину. И попала в тупик. Она хотела продвижения, она хотела какой-то победы над вами, но не получилось. Этот человек попал в свой капкан. То есть человек, который пережил предательство. И, возможно, предательство было очень сильным, и предал ее, может быть, даже ее родственник. Либо разочарование в каком-то родственнике. Здесь она стоит перед выбором. Перед выбором. Слухи за нее пошли нехорошие. Много сплетен, много скандалов, много интриг. То, что сама говорила, получила сейчас. Серая мышка, да, которая захотела выделиться, но не получилось. Что у тебя? Она может лечиться, да, она может проходить лечение. Она несерьезно относилась к своему здоровью и попала в тупик, просто полный тупик. Ей нужно было делать обследование. Она плохо себя чувствовала, но нет. Кстати, этот человек мог жить за счет других людей. Она могла спускать деньги налево-направо, чьи-то деньги, да. Это женщина, которая не может держать язык за зубами. Никак у нее не получается это делать. И время-то вышло.
время идет к тому, чтобы отвечать за свои поступки. Она получала какие-то подсказки от Вселенной, но не смогла прислушаться. То есть, понятно, я описала, к чему вообще, да, сейчас идут ее жизненные моменты, к чему они приведут. Приведут к потере больших денег, скорее всего. У нее препятствия. Есть препятствия к заработку денег. Либо, знаете что, ее могли содержать родственники, либо мужчина какой-то, да, не обязательно муж, и сказать, что больше я содержать тебя не хочу, если это родственники, то больше не буду содержать тебя, да не хочу, работай-ка ты сама, ищи свой урожай. Давайте посмотрим здоровье. Здоровье этой женщине лет 40, может быть 37. Много курит. Женщине лет 37, может до 40. Детей не вижу. Она повязана сейчас, как марионетка, то есть пережила предательство. Вот смотрите, это может быть ваша подруга, которая кого-то у вас увела. Крест. Мы видим, что человек находится, в принципе, на грани. И здесь у нее могут быть проблемы по-женски. Здесь у нее могли быть операции по-женски. Да, здесь она находится на каком-то лечении. По-женски. По-женски. Вы знаете, здесь еще может быть такое, что эта женщина могла потерять ребенка. Либо в семье был мертворожденный. Может быть такое 100%, скорее всего, да, потому что здесь что-то с пуповиной связано. Может быть, перемотался, замотался, ребенок задохнулся. Но женщина хотела достаток, понятно. В общем, маску с нее сняли. К беременности стремилась, к детям стремилась, не получилось. Вот что-то связано с женскими органами, болеет, болеет по-женски. Может быть, мужика ворожила нахер, да, грубо говоря, а получила сама этот хер. И осталась ни с чем. Осталась у зеркала, смотрит в зеркало и понимает, что да, я натворила, я одна. Одиночество она боялась. Это женщина, которая не может переносить одиночество, но осталась в одиночестве. Болеет она. Такое ощущение, как будто мужчина, с которым она была, ей сказал, что ты мне не нужна такая, уходи, ты не нужна. Уходи, я не буду с тобой, мне не хочется быть с тобой, уходи. Скорее всего, да, фу, блядь, горькая кофе. Но она будет стараться бороться, преодолевать какие-то свои, да, вот эти вот болячки. Да, это по-женски. Никто ее не поддерживает. Была госпожа, стала никто. Возмездие пришло, возмездие. Срок продолжительности жизни этой женщины. И знаете, имена такие идут, как Алена, Мария, Настя, Александра, Виктория и Дарья. Вот такие имена. Знак зодиака. Телец, стрелец. Вот такие. Стрелец, телец, да. Телец, стрелец. Может быть, дева. Вот так вот. Продолжительность жизни лет 10 идет, а может быть даже 7. Это был расклад на один вариант. Девочки, несмотря на то, что расклад общий, да, какую-то свою информацию вы оттуда урвете, но опять же я склоняюсь к тому, что общий расклад есть общий расклад. За личными консультациями пишите лично. Вы можете звонить, но опять же лучше пишите в WhatsApp. Пишите свои истории, рассказывайте, что у кого совпало, даже если у кого-то не совпало, можете также предлагать темы раскладов. А всяких каких-то задроток и долбоящерок, которые пишут, что черная магия — это плохо, я видала в гробу. Еще раз повторяю, следите за собой, за своими чадами. И встречный вопрос вам: если черная магия — это плохо, какого хэ вы находитесь на моем канале? Всего хорошего!